Какова же красота. Максим, ну прекрати. Такая красивая цветочка. Максим, ну хватит. Издалека тебя ладно сниму. Максим. По хозяйству, да? Максим. Сумочка на моменте. Все, здравствуйте, дорогие друзья. Ваш любимый Физри, наш любимый Драгомиловский рынок. И, как всегда, вот Хизри всегда покупает у этой женщины соленья все. Она потом, я все время спрашивал, мне, почему ты ее покупаешь? Он говорит, она так похожа на мою маму, она действительно так похожа, прям внешне. И он говорит, я всегда у нее покупаю. А Джека, ты на котечке будешь? Будете? Нет. А Джека есть хорошая? Аджика есть хорошая, есть острая, есть не острая. Типа вот такой вот? Это да. С хреном. А вот с кинзой есть, вот видишь, с кинзой. Ой, вот с кинзой маленькая, да. Есть баночка? Да, я получаю одну баночку с кинзой. Аджика с кинзой. Две, да? И одну. Одну, еще что? С хреном тоже там одну попробуешь. С хреном тоже прикольная. Куда мне одному? Все, давай. Там свинина есть? Да. Нам свининку нельзя. Во, давай ты работай. Сколько вам отрезать? Она очень хорошая и качественная. Посмотрите, какие красивые оливки. Ой. 150 рублей, 155, 100 грамм, 210, 160, разные все. И красивые. Ой, какая колбаска. Хизри Аюбович, как пойдет закупка? Нормально все? Да, да. Поприветствуй, пожалуйста. Про тебя все спрашивают каждый день. Каждый день беспокоятся о тебе. Подписчики наши любимые. Что говорят? Ну, куда пропал, как здоровье, как дела? Не дождетесь. А мы будем говорить, что ты сегодня сделал? Прививку, да. Хизри сделал сегодня прививку. Через две недели вторую. Чумаковскую сделал. Вот мы едем как раз от прививки. А я чуть позже сделаю тоже. Зернистая. Так, что мы купили? Огурчики там всякие разные. Маслечко пахучее. Да? А? Чё? А, корейскую эту еду взяли. Вот эту вот, по-корейски. Давай сюда. Да, здесь, по-моему, куриный рулет он взял. Колбаса какая-то, куриный рулет, да? Здесь по-корейски. Смотри, все, чтобы все четко было. Ну, конечно же, селедочка, конечно же. Здравствуйте. Селедочки. Заломка. Ой, какая жирная. Нет, это маленький. Попробуй еще. Большой еще больше. Пакет. Алло. Нормально. А вот здесь, эй, вон те, вон. Здесь у меня? Да. Хорошая. Устал, да? Присядь. Садись.
Да. Я уже ее купил. Подходим, недорого орехи. Молодчик, не проходите, берите, пожалуйста, орехи. Очень хорошие. Вам сколько килограмм взвесить? 10 килограмм. Возьми вот этот хороший. Рекомендую. Это продавец, если что. Подходим. Мужчина, не проходите, возьмите помидоры вкусные. Орехи молодые, не свежие. И свежие. Ну и как всегда барашек. Хороший, вчера еще бегал, молодой. Курдюк не нужен. Ну и последняя, друзья, заключительная часть. Фрукты, овощи. Небольшая дегустация. Вот так вот скромненько. Набрали тележечку, неподъемную, да, бедный? Мясо, баранины взяли, лук, зелень, овощи и вот фрукты. Тоша, Тоша, пошли. Такой счастливый, на стрижку идет, а? Ты посмотри-ка на него. Давай, давай, вперед. Тоже не падать. Всем привет, друзья. Ну что, как я вам уже, в принципе, говорил, в каком-то уже из видео, не помню. Еду Тошку подстригать. Сделаю сейчас вам вот этот вот кадр до и после. Обожаю это. И потом я еду, как ни странно, на примерку. Только примерку не в ателье, а к зубному на примерку. Уже практически вот-вот. И мои зубы будут на месте. Уже эти слепки, раз как это делали, сейчас предварительная примерка, а в следующий раз уже поставят. Наконец-таки, не могу я 4 месяца, ребят, без зубов, это, конечно, жесть. Не знаю, замечали вы их или нет, я периодически про это уже забывал и улыбался во все 32 зуба. Поэтому, не знаю, видели вы этого или не видели. Видели ли это? Так, я вам обещал рассказывать еще про Хизри, про его прививку. Сегодня второй день, ничего не происходит, никакой температуры, все хорошо, чувствует себя прекрасно. Он делал Чумаковскую, еще раз повторю, ему не потому, что она лучше или хуже, но так советовали врачи, потому что у него по некоторым показаниям почек, не знаю, почему-то вот сказали, посоветовали эту. Хотя и та тоже неплохая, и он ту был готов делать тоже. Вот. Нормально видно, слышно. Поэтому расскажу еще, если что-то будет, обязательно расскажу, как он себя чувствует. Через 2 недели у него вторая. Все. Поехали. Подождите, кадр до и после. Тоша, не-не-не-не, подожди. Ты так вот издалека сядь. Вот, Тош. Раз, два, три. Вот раз, два, три. Да, Тош? Вот так ты можешь меняться? Это мой красотун, какие ему сделали ножки красивые. А? Посмотрите, просто. Куколка-балетница воображала сплетница. Тоша, остановись. Все, быстро нам к зубному нужно еще успеть. Столько дел. Тош, иди. Вот зачем ты здесь сидишь? Иди на место. Иди. Ребят, ну как, красавчик, а? Ну разве дашь ему 12 лет почти уже? Нет, конечно. Малышок. Или подождите, или 11. А, 11 будет, господи, что тебе год прибавил тоже. Посмотрите, глазки почистили. Все, ты мышлятки. Да? Да, мышлятки? Давно мы тебя не стригли. Зимой, по-моему. Да ты посмотри на него. Видите, как лето наступает, у него начинаются... От солнца какие-то вот как пятнышки такие. Вот всегда у него так было. Всегда. Потом он будет весь, особенно вот, вот там вот изнутри. Вот сейчас ничего нету, потом вам покажу. На солнце, видимо, как это называется? Я не знаю, что это.
Может, кто-то знает, расскажите. Чему и слетки? Тоже. Туша. Все. Ты видишь, какой я злой на тебя. Мой сладкий. Да ну все, все. Как только я начинаю готовить, Тошке размельчать еду, начинаются танцы. Да, Тоша. Сейчас скажешь, ну хватит издеваться. Тоже танцуй. Танцуй. А-та-ти-та-ти-та-та. Да. Ну на, конечно же. Скорей. Мой мальчик, кушай. Стриженный, тебе все можно. Ну что, дорогие друзья, доброе утро. Прекрасное, солнечное, обожаю. А кто это у нас здесь? А кто это у нас такой мальчик? Тоже, ты не знаешь, почему в Инстаграме я попросил людей проголосовать до и после. До стрижки и после стрижки. 60% почему-то решили, что ты заросший, обросший, грязный, глазки не видят, ничего, почему-то ты людям приглянулся больше, чем вот такой вот миленький мальчик. Тихо, Тоша, тихо, без истерик сразу. Просто мне объясни, ребят, чего, серьезно вы говорите, что ему заросшим было лучше? Ну, посмотрите, какой классный. Посмотрите, как ему эти лапки сделали красиво. Не, так не должно быть. Мне нравится, когда он чистенький, аккуратненький, когда он всю эту пылюку не собирает. Не знаю, ребят, я считаю, что вот так ему намного лучше. Розовенький сразу такой там. На лето-то, ну куда же заросшим-то, а? Мой мальчик, а? Не, ребят, не согласен с вами 60%. Главное, сами мне все время пишут, подстриги, пора, Тошка зарос, Тошка это. А в Инстаграме пишите, что это. Да, Тоша, тоже голос. Ты тоже не согласен? Это тоже правильно, я тоже так считаю. Правильно. Тоже голос. На лето тебе будет хорошо, не жарко? Кого ты там услышал? Там никого нету. Там Алиска играет у нас. Паразит. Паразит человек. Ну да, ты не человек. Да. Кофе будем пить? Будем пить кофе. Которая уже готова. Это выкинуть. Чуть-чуть сахарочка. Две ложечки без горки. Ой, блин. Ну вот. Это вот разговор. Спасибо всем за поддержку вчерашнюю. Спасибо всем огромное. Вы все понимаете про меня, да? Уже удивляться не стоит. Психовать, нервничать. Все хорошо. Все хорошо. Аэропорт был Шереметьево для некоторых, повторяю. Это почему-то никто-то не слышит меня там. Мешает. Я хотел бы сказать отдельное спасибо девушке или женщине, ну неважно, девочке, девушке, Лола Росса, если я правильно называю, спасибо вам огромное, вы знаете за что, прям спасибо. И уже пробки. Сегодня жарко будет, 22 передавали. Тюльпанчики вон уже расцвели. Как же я это тут с утра люблю, я. Это все дело люблю, ой, люблю. Примерка прошла потрясающе. Через неделю мне уже поставят зубы. Они будут отличаться, кстати, по цвету. Но потом все расскажу, не буду сейчас показывать, рассказывать, пока и нечего. У Хизри день третий с прививкой, полет нормальный, ничего не чувствует, ни температуры, ничего, все прекрасно. Вот. Дальше, если что-то будет, я вам расскажу. Думаю, что все на это видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Обнял, приподнял, поцеловал. Все сделал. До новых встреч. Пока-пока.